Да что с вами такое? Оба так насупились, словно наконец заметили, что везде воняет дерьмом. Не бойся, скоро они снова начнут друг на друга орать. Ну, тогда помалкивай. Я готов к работе. Что-нибудь для мальца? Может, в другой раз. Если ты не учишь. Ты не внемлешь моим урокам. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правду. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. Поздравляю. No!
сзади! Тебе конец! Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Thank you.
сын. Стой!
важно. Похоже, я брошу все дела. О, я рад, что все еще полезен вам. Может, тебе вместо меня обратиться к Броку? Что-то забыл? Рад, что мои дорогущие инструменты тебе помогут.
сэр. Ну хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться.
Почти на месте. Наконец-то. Мальчик, руну. Ну, такое вообще никто не должен видеть. Спасибо. Ого! Йотунхейм! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Я тоже бог! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделаю сами! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Отрей! Никогда не сдаешься! Ah!
так! Меня не остановишь! Я тебя сломаю! Когда же вы сдохнете? Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя! Все кончено. Да ну. Пусть так. Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Не двигайся. Ты мне поможешь? Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец, а ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом.